Катя, добрый день. Я хотел записать вам видео, потому что мне кажется, так быстрее. В общем, есть вот такой вот словарь, рутульско-русский словарь Али Султанова. И там все разбито на две колонки, и вот дальше вот выделенный жирным, дальше идет какой-то текст, иногда здесь есть переносы и так далее. И у нас есть док, который, давайте я перейду на середину, который выглядит вот так вот. И в целом я работал с его HTML-версией, и пока хотел вас сначала заставить делать совсем другую вещь, но я сейчас записывал и понял, что вообще-то все можно автоматизировать, так что задача вам будет автоматизировать две вещи. Первое — это нужно убрать минус и перенос строки и соединить, то есть чтобы молодость превратилась в одно слово. Вот это первая важная вещь. То есть нужно пробежать по этому документу и объединить вот такие штуки. А второе, что нужно сделать, это дело в том, что в идеале все должно выглядеть вот так вот. И я сначала бездумно поделал это руками, пока не начал записывать для вас, понял, что не нужно это делать руками. То есть, видите, выглядит это идеально вот так вот. То есть у нас есть одна какая-то статья словарная. Кстати, здесь пробел лишний минус. И каждая такая статья, она заканчивается переносом строки. И А должно быть сделано нормально. Однако, если мы перейдем сюда, то мы видим, что часто бывает так, что вот, например, ну, например, вот здесь вот. А, нет, кстати, не здесь. Бла-бла-бла, что оно разбито так, как было в PDF. Например, что-то примеры не лезут так сходу. Проблема в том, что почему-то, вот я не знаю, как появился вот этот Word, он там частично. Ну вот, например, вот что-то такое. И здесь происходит следующее. Вот у нас есть наш гирхус. Или хус, не знаю. Хус, наверное. Вот. И дальше у него есть перенос строки. Вот. И что я сначала. Я думал, что вы будете просто делать вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Но я понял, что каждая статья. Да, и что. Начинается с двойного пробела вот здесь вот. И поэтому это значит, что можно все переносы строки заменить на ничто. То есть сначала соединить минусы, да, то есть соединить слова, которые с переносом. Потом нужно убрать все переносы, кроме тех, после которых стоит два пробела. И вот все остальные, вот их объединить, а остальные не объединять. Вот такая вот задача, то есть идеально, чтобы получилось вот так вот. И я, соответственно, вам пришлю, на самом деле, даже не сделанный первый кусочек А, потому что я там делал с ошибками, скорее всего. Вот. Вот примерно такая задача. И я вам, соответственно, пришлю файл doc и файл PDF вот этот вот, чтобы вы смотрели на всякий случай, если чего-то вам будет не хватать. Вот, собственно, вот такая задача.